Здорово, с вами Фрост, и знаете, что я подумал? Что-то давненько у нас с вами детство в жопе не играло. Настало время это исправить, и сегодня мы с вами будем играть в жмурки. Крутите барабан! Если знаете, что такое фильм «Жмурки». Но будем играть в другие «Жмурки», будем играть в «Жмурки детства». Крайне редко мы в них играли в детстве, но все-таки бывало играли, как обычно, желательно в темноте, чтобы вообще никто ничего не видел, и в квартире. Но сегодня у нас с вами полигон импровизированный в виде леса. У нас есть 5 деревьев, между которыми мы сейчас натянем ленточку. В «Жмурки» играть будем. «Жмурки», где револьвер? Тащите револьвер. Такие «Жмурки», не? Да, русские «Жмурки». Что ты можешь сказать? Короче, у нас будет 3 круга. У нас 3 участника. Это Александр, это я, наши инстаграмы и наш любимый оператор Снейк, он же участник со своим инстаграмом, короче. Во всех наших лучших традициях у нас будет 3 раунда. Жмурки мы будем играть похуже, чем в этом фильме. У нас будет жмурить всех бабушка со своим адским пакетом уничтожения, разрывания временного континуума. И чего точка? Пространственно-временного континуума. Но чего? Это не точно, говорю. Но это не точно? Да. Но это я об очке. Ну ты прослушал уже про очко. Ну ты там, слышишь, я на монтаже в контексте был. Короче, что? Будет 3 круга. Сначала буду я бабушкой, потом кто-нибудь из них, кто победит, и как бы и вот. Будет 3 круга. Бабушка будет в любом случае победительницей, поэтому разрешаются любые байты, хлопки, шлепки. Не по бабушке, только не по жопе. Да как там? Старенькая такая. А? Морщинистый. Чернослив. Чернослив не трогать. Да будет игра! Нужно намотать ленточку, поле, так сказать, что такое. Nine out of ten, rub through my hands, I'm by my lonely. Turned to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to... Листья падают с дуба, я сильно не х... тебе. Еще желтый иногда. И действительно, дубы растут, ахуй. У каждого есть 3 раунда, ну, то есть у каждого есть шанс. Человек, кобраватый пиздец, сейчас я буду. Снимаешь, а я не заметил. Выключи камеру, я. Камеру вырубай, ты че, запретная охранная зона. Ленту видел, камеру вырубай. Мы решили добавить небольшую нотку пикантности и азарта в нашу игру. У каждого и будет шанс подзаработать бабеусов или по***ть их. В общем, по факту, чтобы заработать, нужно быть самым хитрым и чтобы кто-нибудь по***ал. У бабушки будет пенсия. За каждого пойманного внучка она получает 5000 рублей, но на это у нее будет 10 минут. Сколько? 10 минут. 5000. 5000 за каждого внучка. То есть бабушка может заработать 10 тысяч. Бабушка может заработать 14 рублей. Ничего, у меня есть друг, который вот этот классные кредитные карточки, братан. Классные кредитные карточки. Пушечные. Я бы даже сказал, пушечные карточки выдает, поэтому не останешься без денег, как бы. Да, должен, правда, останешься. Но это же другая история, понимаете, как бы. Главное, чтобы бабушка получила свои бабочки. Вот. Поэтому у каждого будет шанс потом отыграться обратно. Ну что, внучатки, а? Ну бутылочка у вас тоже сейчас будет, вот так вот. Это было не по плану. Привет, что? Бутылка твоя слетела. Остался главный вопрос. Я ни хуй не слышу в этой маске вообще. Прям как бабушка. Ну что, да начнется игра. Что, все готовы? Какая-то большая у нас зона, я вам скажу.
сзади ты его прошел. Вообще! Налево. Еще. О! А куда я слышу, куда попал? Ты попал в землю. Бок наклоняй и бери пакет. Левее. Сзади, под жопой прям. Левее. Юбка за 40 гривен. Зона, куда? Стол, дерево. Саня прям перед тобой, если ты бежишь. Большая зона слишком. Ну, пакет под зоной. Бабулькская интуиция. Папкина интуиция, сейчас я тебя говорю, пи***рики тебя будет.
Время! Это намного сложнее, чем я думал. Но это весело, я весь вспотел просто, как в бане. Это хардкор, да? 10 минут, мне показалось, будто я полчаса там в этой бане нахожусь. Санька получилось поймать. Совпадение. Это очень жестко. Территория огромная просто. Я как будто на футбольном поле пытаюсь поймать блоху, блин. Ну это было жестко. Кстати, ставь лайк и подписывайся на наши каналы. Для вас контент снимаем. Так. Время пошло. Бабушка пошла. По ноге попал, тварь. По ноге, слушай. Красава. Где мои бабки, блядь? На тебе бабки. Сука, 5000 меня опрокинули, которые я стояка заработал. Где, вторая, блядь? Бабушка у тебя, блядь, на голове. Бабуля, пи***рите, бабуля. Бабуля, блядь, все сломала. Че ты я смотришь? Ассистент. Там таймер еще. Что за контент зона! Пошел. Хорошо, не под ноги, да? Вспышка прямо! Почти! Бабушка,
Пойдемте со мной, ничего не видно вам отсюда. Все, между ног прям? Я ВХшник, бабушка ВХшник просто. Думка сзади. Да тихо, сейчас. А дерево такое ш**ешь. Ты точно с ВХами, блядь, гоняешь? Ты тебя видел, я просто вернулся, как только мог. Тупо читы в реальной жизни подрубил. Пенсии здесь, вот тут дорогие короли. Зона! Ну и тут зона. Зона. Не попал, увы, ах. Вот пакет, где я сейчас говорю. Знаешь, я будто смотрю фильм «Дрожь земли», знаешь, который на звук чист, короче, что-то реагирует. Сань чуть не скончался за 5 секунд до гонга. Что там, время? 3, 2, 1. Я тебе кричал, стой, зона, стой, куда прыгай? Прям в дерево выбрал, сильно удивил? Как там? Ты башкой? 2, 1. Я тебе кричал, стой, зона, стой, куда прыгай? Во время съемки страдала одна бабушка. Коленкой? Пиздец, всегда ева. Какой-то проворный. У Сани отыгрался, первый раз он обосрался, в этот раз отыгрался. Фух, что-то жарко. Время пошло. И я пошел в зону. Ну что мне расскажешь, внучки, а? Как там? А, в школе, как оценки? Ой, прям, почти. Еще метров 5. Проверь, чуть проверь. Да. Под рукой. Да. Прямо! Бля, может не надо, а то у бабушки инфаркт. Дима! Люмус Максима! Алхамор! Бля! Ну, в Вьетнам, что ли, пошел? Где пакет? Прямо! Вот там! Где? А в Анакидабра! Бля, там пакет! В Анакидабра! Прямо! Где? Прямо иди! У нас в Анакидабра! Не-не-не, ты говоришь прямо! А давай! Куда? Вперед! Вперед! Еще вперед! Опа! Левее! Левее, левее! Да где? Нет, вы забывайте о бабушке. Левее. Нерверку. Элиумус. Нерверку. Максима. Авада Кедавра. Не зашивать, не пальну. О, борьба Гарри Поттер. Прямо по правой ногой. Все, мне прям за шуртом так горячо стало. Он пролетел мимо. Тихо, кто упадет за мной. Поехали, Саня! Эба! Шее! Не попал? Ворота, да,
Правее. О! Что все молчат-то? Где-то рядом? Эба! Прави! Коленки где? Я придумал новую версию. Нужно всем участникам вешать колокольчик на грудь, короче. Это будет вообще классно, как буренки такие. Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Потому что так можно притихнуть и все. Фу, ну я запыхался. Левее! Слева под ногой. Ай. Сзади. Чуть не убил. Нет. Почти ранил. Зона. Дерево. Правее, левее. Левее, левее. Левее, левее. Прямо. Тупо стал. Сильно! Весь твой! А, минус внучара! Внучару загасили! За 2 минуты до конца он работал внучару. Сюда! Чуть не убил! Я, ребят, долбанутый. Тупо на опережение дал бухашник какой-то. Так, я слышал. Да. А-а-а! Но слишком далеко. Да он тут рядом с тобой. Кукареку, ёпте. Чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Ты эту матрицу сейчас подам. Лови этого макаку. Чья? Есть что? Бегаю с ремнями, извини. Прям под правой ногой. Эба, соберись, давай, он тут прям бегает. Фу. Выходи. С разворота чуть не дал. Давай, соберись! Слева. Давай. Проверь. Еще так же назад, руками. Давай, покажи! Время, Вася! Да, опять, никто не заработал. Аньо Винес! Аньо Файо! Саня. Про... Бабушка просто потекла. Вы видите эти слезы? Только я еще и въебал. Только я еще и руки и грязной рукой, да, еще себя вытер. Опа. Так, первая прошка. Так, мы все изговнялись, но мы довольны и счастливы. Очень. И никто не проиграл деньги, но никто и не заработал, к сожалению. Да. По 5000 друг другу отдаем. По 5000 друг другу, короче, отдаем. Ну нужно не просто их отдать, типа, и каждый оставил, а чем им покупают другому на 5000. Да. Сервис себе на 5000. Накапало. Такая потная катка. Жарко вообще, потная катка, трындец. Обязательно ставьте лайки, сыграем. Наберем 100 000 лайков, сыграем во вторую часть с колокольчиками на груди.
Может, Серегу позовем, он сейчас на работе. Да, кстати, больше народу. Больше народу будет веселее. Больше ставок. Больше байтов, больше веселья, больше хардкора, пушечные. Ему не будем. Просто бабушка делает грязь. Просто посмотрите. Просто грязь сделала. Обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал пенсионера Александра, подписывайтесь на канал пострадальца. Пенсионера, пострадальца Снейка. Два канала Найсмок, дети, 18+, ребята, заходим. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки. Лайкосики ставьте, нажимайте колокольчики, как у нас на груди в следующей части, если вы наставите лайков. Зовите братишку, пишите комментарии. Это все, всем удачи, всем. Не обижайте пенсионеров. Удачи всем, пока-пока.